Привет всем! Вы на канале Китай ТВ. И с вами я, Женя. У нас посылочки опять очередные с торговой площадки AliExpress. Здесь у нас, значит, очки мужские за, внимание, за 47 рублей. Да, я их покупал. Подделка авиатор, ну, конечно же, как всегда. Вот. Здесь у нас находится вот в этом большом пальто. Пишет, ну, продавец пишет на товаре, что весна-осень, но... Проштудировав комментарий, я понял, что оно на холодное лето. Вот такие вот, значит, очки у нас. В принципе, дошли в нормальном состоянии, несмотря на то, что продавец упаковал лишь в тоненький слой пупырки и вот в такой пакетик. То есть, очки, в принципе, нормальные. Вот здесь, видите, только вот одна дужка чуть-чуть совсем не открывается. Но ничего, я думаю, это можно починить. И, в принципе, носить. Стекла не пострадали, это самое главное. В принципе, ссылочку оставлю, кого заинтересовали такие недорогие и, в принципе, носибельные очки, то заказывайте. А мы переходим к следующей посылке. Так, как я сказал ранее, в этом большом пакете мужское пальто. Заказывал, естественно, для себя. Шло оно, кстати, внимание, рекордные сроки вообще. 14 дней из Китая с треком. Но лежало у нас на почте. Сколько, вы думаете? А я вам скажу. Неделю. Неделю лежало. Пока я не пришел. Не предъявил, значит, доказательства. То есть я списал трек-номер, который мне дал продавец, который прекрасно трекался, и в моем городе он стоял и стоял. Я списал, значит, трек-номер на листочек. Сделал скриншоты, перекинул их на телефон. Пошел сейчас на почту, и тогда мне только выдали пальто. Хотя еще по треку-номеру еще там есть рубашка. Но мне ее на почте не выдали. Сказали, что она в сортировочном центре. Ну, сортировочный центр от нас... От нашей почты, точнее, минут две ходьбы. Но, естественно, туда никто не пойдет. Пойду завтра. Будем разговаривать еще, потому что я хочу еще рубашку. Вот такое вот мужское пальто. Весна-осень, как говорится. Вот тут. VIP-OFF. Ну, понятное дело, она не дешевая, что-то 2000 с чем-то, 2300, что ли. Ну, такое вот клевое. Давайте его распакуем, так выкинем. Вот такое вот пальтишко. Так, тут у нас, ага, продавец хочет 5 звезд, но если... Вот подарочек какой-то он нам тут положил. А, все, понял. Это у нас на телефон, наверное, да? Да, ну такая штучка, ну она, наверное, женская, скорее всего, на телефон. Ну, я маме ее прицеплю, пускай будет у нее не на телефоне. Ну, в принципе, спасибо, мелочь, как говорится, приятно. Так, переходим к следующему. Так, 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 тут у нас пояс, значит, есть. Ну, блин, ткань на первую ощупь вообще, вообще шикарная, мне прямо нравится. Обязательно пойдем померяем, правда, с утра, уже не сегодня, потому что сегодня плюс 27, если я выйду в пальте, будет немножко странно. Так, это я не понимаю, что, но сейчас мы, наверное, разберемся в этом. Так. Так. Сейчас вам будет, конечно, плохо его видно, но с утра будет чуть-чуть попрохладней. Я выйду в лес, мы с вами погуляем обязательно. Ну, реально клевая пальтишка. И вы его, в принципе... Увидите в полный рост, как говорится. Вот 4XL, значит. Так, сейчас. Вот 4XL. Ну, блин, ну реально. Ну, умеют китайцы удивить, конечно, за недорого, как говорится. Вот, вот что русской душе и нужно. Чтобы было недорого и качественно. Ну, в принципе, давайте быстренько пробежимся по пальту. Все прошито, все отлично. Вообще ткань шикарнейшая. Ага, теперь я понял, для чего вот эти вот маленькие штучки. Это вот сюда вот у нас вставляется, то есть в рукава. Всем привет! Сегодня у нас посылочка из Китая, с торговой площадки AliExpress. Тут мужская рубашка для меня. Шла она 12 дней, трек от начала и до конца.
все было в порядке, смотрел, где она находится. На почте мне опять не отдавали пальто, вот это не отдавали, значит, неделю. Это неделю и день, получается 8 дней. Что еще рассказать? Стоимость 360 рублей на момент покупки. Сейчас я не знаю, сколько она стоит. Да, наверное, столько же. Там видите, как от доллара все зависит. Если доллар повышается, то, естественно, цена падает, наоборот. Получается так. Рубашка цвет кофе. Заказывал 4XL. Не знаю, зачем такую большую, но заказал. Такая вот рубашонка, в принципе. Так, это что у нас? Какая-то штучка. Не знаю. Вот такая вот. Сейчас. Вот такая вот рубашечка, значит. Такая, ну, в принципе, на первый взгляд, очень даже ничего за такие-то деньги. Так. Карман есть. Вот такая вот интересная вот штучка. Вот мне понравилась вот здесь, вот на рубашке. Ну, сейчас мы пойдем вот пальто как раз померяем. И рубашку задним я надену. И все, в принципе, продемонстрирую. Ну, в принципе, все вроде бы прошито. Пуговички ничего не отваливаются. Вот такая вот интересная рубашечка. Вот такие вот, значит, очки. Пальто. Рубашка. Очень круто, кстати. Мне нравится. В городе. Так что особо тут не погуляешь, не поговоришь. И пальто очень, кстати, теплое. Рубашка реально крутая. Рубашка. Очки тоже чуть-чуть подчинил. Если более-менее.